девочки, друзья. Мы в китайском баре, представляете? Вот рядом с нами недавно, прямо буквально 3 минуты, даже 2-3 минуты от нашего дома открылся китайский бар, где можно брать аперитивы, там всякие там коктейли, алкогольные, безалкогольные. В общем, мы решили прийти попробовать сюда. Вот, посмотрим. Не покупочиниться, а поспритничать. В общем, Ирина взяла сприц, а я взяла секс на пляже. В общем, что мы с Ленусиком, с Леночкой Лудобанчиком любим пить. В общем, сейчас мы поаперитивничаем. Вот такая вот тут обстановочка в этом китайском баре. Так, ну что, вот мой коктейль, вот наша закусочка. Что-то такое интересное, не могу понять. Все, сейчас будем пробовать. Огурчики маринованные. Фокаччи. Такие, как говорится, колбасные нарезки. Ну, сейчас поаперитивничаем. О, никого нет. Можно убегать, не расплатившись. А он давно, видать, на кухню, наверное, один. Так, мы приехали в город, офигеть. Еле-еле нашли место для парковки. Аж в конце парковки. Ну что, сейчас пешочком дойдем до центра. Это парковка, как говорится, от центрального нашей больницы, госпиталя. Сидя на марсипеде. Кстати, я вам не сказала, 3 дня назад, 5 числа, дочка Анжелы все-таки родила своих деток. У нее двойняшки, 2 мальчика родились. Вот. Но они сегодня уже выписались наконец из больницы, вот, которая находится вот там позади меня. В общем, я их поздравила, делаем им сюрприз, такой подарочек. Так, ну ладненько, сейчас пойдем прогуляемся, покажу, посмотрим, как наш город украсили, и покажу вам тоже. Кстати, я специально одела этот шарф, чтобы не дышать носом, потому что у меня по чуть-чуть горло побаливает, и немножко еще насморк остался. И вот когда я не говорю, чтобы так вот закрываю нос, видите, как ниндзя. Белый шарф очень хороший, теплый, и закрывает нос хорошо. Вот, ну все, пошли гулять. Так, вот там каждый год одна и та же елка напротив нашего костела, очень красивая елка, жалко, фокус не сильно берет. А вон, ой, побежали, а вон каток. Большой каток у нас, молодежь катается, и дети, взрослые, Рину. Я бы тоже покаталась, была бы у меня компания. Компании уже, к сожалению, нет, с кем бы покататься, да. Только мечтать. Магазин дома. Первый раз тут такой вот городок установили. Красота, красотища. Все тут в движении. Ладненько, все, мы уже в центре. Тут так шумно, многолюдно. Смотрите, что творится. Что там такое? Возле чего люди фотографируются, я не могу понять. Баба Наталья, а, ну, Санта-Клаус. Боже, они за это закрыли этого бедного Санта, что его и не видно было. Офигеть, бедный Санта. Даже кареты у него нет нормальной. Идем гуляем, вон елка там у нас, но в этом году она не сильно большая, смотрю. Зато здесь рождественский базарчик есть, езди погулять. Офигеть, я в шоке, зашли в Бролетто, тут так похабно и украсили. Вот в прошлых годах тут такие арки были красивые на этом проходе. Ни хера, ничего нет, ни там ничего нет, ни здесь ничего нет. Написано «Инсиеми» вместе. И что это такое, к чему это? Офигеть. Такой пес классный, интересный такой. Это уже другая улица, уже более спокойная. Сейчас идем в сторону аптеки, потому что Никита обжегся. В общем, сейчас возьмем там какую-то мазь для ожогов. Так, вот это бар любимый наш, куда мы обычно ходим на аперитив. Ну, в следующий раз приедем сюда, в город погулять. Здесь очень вкусные коктейли. Вот, ну и закуска, конечно, шикарная. Идем. Свадебный салон, свадебные платья. Так, ну все, мы были в аптеке, купили Никите что надо. Он так обжегся сильно. Надеюсь, антибиотики не понадобятся. Идем гулять вдруг в обратную сторону.
Тут там братья живут. Нет, ага. Мы думали, сейчас здесь увидим, если Иисуса нет, они еще не установили. Или установили внутри, но там еще закрыто. Ладненько, идем уже на парковку, машина. Вон там каток, катается. Понятно вам? Новогодняя елка от Гуччи. Установили ее прямо напротив нашего костела. Сейчас пойдем, пройдем во дворе этого костела. Там паровозик новогодний, рождественский. Посмотрим, как там украсили. О, стартовал паровозик. Сейчас покатал этих людей. Никто больше не сел. Поехал. Елочки, гирлянды. Ну, хоть так украсили. О, и луна. Где-то там. Все, идем на парковку и домой. Вот погуляли, посмотрели, вам показали. Это наш старинный костел. Здесь жила знаменитая богатая семья Сфорцески. Но именно в нашем городе этот костел, здесь была тюрьма и конюшня. А жило семейство Сфорцески в Виджевано у Леночки Малованочки и в Милане. Ну и в других больших городах. А здесь была именно тюрьма и конюшня в нашем городе. Вот этот мост через ров. Хорошо, что внизу и свет. Вот видите, такой вот широкий, глубокий ров. Воды, конечно, нет. Все, мы дома. Мы сегодня повесили наши, как говорится, гирлянды, лучи на улице, во дворе. Так что сегодня праздник Мадонны в Италии. И все, у нас все готово, все украсено. Эй, чао, солнце!